едем по Норвегии. Только что въехали. Ну, минут 5 уже едем. 7-10 может быть. Вот, решили сделать маленький дневник. Как мы въехали в Норвегию, одному богу известно. Потому что очень долго я смотрел по сторонам, где здесь какой-то пункт оплаты, еще что-то. Вот, и мы проехали там какой-то перекресток небольшой с парой лежачих полицейских. И уже глянул на навигатор, я смотрю, вы въехали в Норвегию, здрасте. Ну я ему, конечно, здрасте, а что делать? Так что мы едем по Норвегии, достаточно неожиданно. Флажочек норвежский нам не попался пока там на границе. Поэтому будем снимать позже, хороший ракурс будет позже у нас с флагом. Чего хочется сказать? Дорога сразу пошла другая совсем. Если в Швеции мы ехали, ну, плюс-минус по прямой, явно шведы прокладывали дорогу из точки А в точку Б, то здесь мы петляем прямых участков вот таких вот. 150-200 метров, потом поворот. То есть норги прокладывали вокруг холмов. Ехать не очень комфортно. Сбросил я скорость сразу до 70, сейчас 65 даже. Ну, оно и понятно, что ночь, незнакомая дорога, неосвещенная. Плюс дорога скользкая, конечно, влажная. Поэтому 70 км в час – это наш выбор. Вот. Ну, что можно сказать? Приедем в Осло, посмотрим, что там интересного, где чего как. Марусь, тебе верится, что мы в Норвегии? Mm-mm. И мне не верится. Оказывается, Норвегия так далеко от нас. А мы уже здесь. Давайте до Осло прервемся.